Глава Дербента Хизрия Бакаров проинспектировал строительство новой инфекционной больницы. Медучреждение строится в древнем Дербенте согласно поручению президента. На стройплощадке продолжается армирование и практически завершена закладка фундамента. Уже залито 300 кубов. Завершить строительство больницы планируют 28 июня. Подробнее Патимат Ханапова. Работы здесь ведутся круглосуточно. Здание будет построено по типовому проекту Минобороны России. Больницу оснастят современным оборудованием, в первую очередь аппаратами ИВЛ и томографами. Но это по завершении строительства. А пока в планах, отмечают специалисты, в течение 2 дней завершить все фундаментные работы. Сейчас у нас идет обратная засыпка под фундаментную плиту, подготовка к бетонированию. Сегодня в ночь начинаем уже армировать, завтра предварительно будем, скорее всего, заказывать бетон. Сегодня будет закончена полностью вся подготовка и частично на 50% монтаж канализационных труб. Вывод из здания. Строительство нового госпиталя планируется завершить к концу июня. Его мощности дополнительно позволят охватить диагностикой и лечением населения всего Южного Дагестана. В свою очередь, глава Дербента Хизрия Бакаров поблагодарил всех, кто принимает участие в строительстве, за оперативную работу. Дальше. Ну, молодцы, вы же оперативно работаете. Я хочу сказать большое спасибо командующему флотилии Сергею Михайловичу Пинчуку. Да, с первого дня включился, ночью позвонил, сказал, уже песок завозят. Да. И всем военным тоже хочу сказать спасибо. Вот Игорь Николаевичу хочу сказать, целыми днями здесь находится. Всем большое спасибо, и вы делаете очень большое дело для Дербента, и это то, что нам на сегодня нужно. Спасибо. Отметим, что по поручению Владимира Путина в Дагестане будет построено 3 медицинских центра в целях оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Их возводят в Дербенте, Каспийске и в Хасавюртовском районе. Строительство ведется военными по специальному проекту Министерства обороны. Патимат Ханапова, Мурат Бекбарзов, Новости ННТ, Дербент.